Алоха, бандиты. Ну что, ребятки, приехал я со Спинхука Феста и привез вот такие две торбыны просто. Тупо жесть. Тупо жесть. Погнали сразу, к слову. А в зал представители Мэриленд у нас. Официально все, да, типа с акцизами, со всеми делами. Такой вот боксик подогнали. Значит, что у нас здесь? Здесь новые вкусы. Так, давайте, короче, по порядку. Здесь у нас есть вот такая футболочка Авзал. Я ее просто уже достал тут с коробочки. Вот, есть у нас список вкусов всех. Разделенные они там фруктовые, холодные, короче, и так далее. Вот, и 4 новых вкуса. Правда, Банарас Пан я уже попробовал месяца 2 или 3 назад, ну да ладно. В общем, вкусы прикольные, нету никакого, который прям мерзкий, ну из этих 4, да. Что я хочу сказать, что вот у них появилась, сейчас на видео поближе будет видно, такая вот отметина, Experience the Flavor, наверное, новый слоган, я так понимаю. Вот, короче, и очень изменилось сырье, и намного меньше мусора стало. Вот, но по курению я не могу сказать, что прям кардинальное различие. Все ок, ну типа, Авзал, с Авзалом никогда ни у кого, по-моему, проблем не было. Кроме Панраса. Вот так, к Авзалу у меня, в принципе, типа, всегда было хорошее отношение, я, можно так сказать, фанат его. Вот, поэтому мне вкатило. Погнали. По табачным штукам. Два таких вот H пакетика. Думан и 4.20. Но тут у меня все табаки. Почти все. Погнали, короче, по очереди. Абсолем. Абсолем мне прислал 3-4. Короче, очень много банок своего табака. Причем присылали несколько раз. Прислали сразу же после выставки, потом еще дослали тех вкусов, которых у меня не было. Так, все, это вот весь у нас 6-12 вкусов. В общем, 3 линейки у ребят, soft, medium, hard по крепости. Один и тот же бленд, только в разных пропорциях. Virginia Burley Oriental. Вот, из того, что могу прям вот выделить, это шарлотка, очень прям крутая. Где-то здесь он был у нас. Короче, Король Ночи. Король Ночи — это та же Супернова, грубо говоря, в хорошие времена. Ну, реально прям хороший холод. Буквально я там бросал его, когда забивал 2-3 грамма максимум в чашку. И очень хорошо холодит. Вот, бежим дальше. Dead Horse. Dead Horse 2 новых вкуса представили своих. Это киви и малина. Писал, говорил, короче, об этом в Телеграме, в Инстаграме, в сторис, в обзоре, короче, на Спрингхука Фест. Повторю еще раз, 2 вкуса очень крутых, мне очень вкатили. Малина классная, сладкая, прям вот свежесладкая, не знаю. Как будто только с куста сорвали. Киви крутой, такой именно вот, ну, как фрукт киви, как цитрусовый киви, я не знаю, как его уже назвать. Короче, киви очень рекомендую, особенно тем, кому нравится. Не травянистый, травянистых ноток практически нет, она там еле-еле где-то слышно. Пачечка Даима, 100-граммовая, холодный, не холодный, а зимний чай. В общем, табак этот, ну, именно этот вкус конкретно, мне не очень зашел. Но суть, короче, в рассказе, да, за эту пачку табака, я ее, наверное, сохраню надолго. Короче, один мой подписчик под дождем полез в холодный бассейн, потом вылез оттуда, весь обветренный, короче, холодным ветром, подбежал ко мне, вручил эту пачку табака. Был, короче, конкурс такой, небольшая предыстория еще. Был конкурс, типа, на детском фестивале, когда шел дождь. Когда дул сильный холоднючий ветер, короче, начали вот так кидать просто пачки табака в бассейн, типа, и надо было ребяткам за ними плавать. И, в общем, подбежал ко мне мой подписчик, вручил эту пачку, сказал, что, типа, я для тебя, короче, прыгнул в бассейн, вот тебе, держи под углом. Это прям, типа, очень было приятно, у меня прям аж мурашки по коже. Пытался там его уговорить, короче, чтобы согреть
возле печки, но он противился. Короче, этого пацана зовут Серега, он смотрит почти все мои видосы, а может и все. Серега, респект. Погнали дальше. 4.20, собственно, подогнали мундштучок свой и три новых вкуса. Это фисташковое мороженое, очень крутое, грейпфрут, прикольный, но на любителя, вот кому нравятся типа грейпфруты в жизни, вот он прям такой, как грейпфрут в жизни. Поэтому мне он не очень зашел, я не люблю грейпфруты вот как сами по себе. И их лимитка специально для Spring Hookah Fest, вкус под названием Spring Hookah Fest. Там из четырех вкусов он состоит, я один только из них отгадал. В общем, самое интересное, слышится очень ярко ананас, но производитель утверждает, что его там нету. Не знаю, насколько правда, но вкус сам по себе очень прикольный, такой тропический. И пакетик мы отправляем туда. Табачок Мальфар. Кажется, из Кривого Рога родом, могу ошибаться. В общем, несколько разных сортов Берли в нем замешано. Соответственно, табак с ярким привкусом именно табачки. Но есть интересные вкусы. Короче, то, что вам скажу, порекомендую, это 100% клюкву попробовать и чернослив. Вот эти два вкуса мне прям зашли больше всего. Лимон мне еще тоже вот подогнали, типа, на фестивале. Лимон не очень яркий. Хочется поярче, и такая у него еще есть привкус от этой корочки. В общем, так себе. Дальше пакетик Думана. Здесь у меня, короче, тупо стопка этих стикеров. Половина стикеров от Hard Smoke, интернет-магазина. Вот, и еще там часть стикеров от организаторов фестиваля. Вот такой вот брелочек Spring Hookah Fest. Полетит сейчас на ключики ко мне. И очень крутая с гравировкой вилочка маленькая для забивки. Spring Hookah Fest тоже подогнали организаторы. Это прям очень круто. Спасибо большое. Дальше. Мундштучок Думан персональный. В такой вот коробочке с фиолетовой ленточкой. Да ты шо? Чисто сказка. Вот. На каждой выставке, где я нахожусь, неважно это Одесса, Киев, Питер или Франкфурт, я получаю, короче, пробник угля Хмара Коколока. Ништяковые бесплатные 6 угольков на 2 кальяна. Оу-е. Так, дальше. Мундштук от Смоки Тода. Это парень, который занимается в Одессе аутсорсами. Выступал он на Хукабатле, короче. Очень прикольный перформанс сделал с пиратской такой темой. Короче, пацан молодец. Вот, и, короче, все, что последнее... А нет, еще не последнее. Думан. Табачок Думан. Новых у него 8 вкусов. Подогнал он мне 3, потому что не все привез. Цинамон латте. Латте с корицей. Очень крутой вкус, рекомендую. Ну, как бы на любителей пряных, да? Мне очень вкатил. Flower Power. Чайная роза. Теперь вот у меня чайная роза делит первое место с азуром Думан. Только он крепкий, поэтому у него больше шансов вырваться вперед. Очень крутая чайная роза, рекомендую. Манго-ананас, тоже крутой тропический вкус. Такой кисло-сладенький, короче, очень даже ничего. Дальше, три кепочки, короче, мне подогнали. Первая тракерка Dead Horse, вторая тракерка Starbass и еще тракерка от самого, собственно, фестиваля. Но за компанию Starbass еще отдельно поговорим в другом видео. Так, и... Кстати, их фрисби. Очень прикольно, мы уже их испытали его. Так, и последнее, что осталось, это чашечки от 2x2. Все думали, короче, что они делают только колбы, а они погнали уже по всяким аксессуарам. Были щипцы 2x2 на выставке, персональные мундштуки и, собственно, чашечки. Вот такой вот Халк со светящимися глазами, который оказался Джокером. Мне он почему-то очень похож на Халка. Вот, и Страж Галактики. Кто помнит его имя, пишите в комментарии. Тоже он тут, я не знаю, то ли фосфорные это глазки, то ли нет, и у того, короче, светится в темноте. Вот как-то так.
Тут, кстати, у них очень удобно сделали выемку под call-out, то есть он становится очень четко, никуда не шатается. Но чашечки, как бы, как у всех голов, надо быть аккуратным с жаром, чтобы тут ничего не спалить. Фух. Вот, в принципе, короче, и все ништяки, которые я привез с собой. Еще тут всякие сумочки старбазовские. Вот. Как-то так. На всех ребят, короче, оставлю ссылочку в описании. Если кто-то кого-то не знал и хочет узнать, познакомиться и так далее. Вот. На этом, собственно, и все. Хе. Курите вкусные кальяны, делитесь своими крутыми миксами со своими друзьями, любите своих женщин. Пока-пока. I see you, you're the jealous motherfucker.